Кандидат в подсудимые. Прокуратура Франции возбудила уголовное дело против Франсуа Фийона. Кандидату в президенты вменяют присвоение госсредств. Его подозревают в выплате фиктивных зарплат супруге и детям в бытность депутатом французского парламента. Сам кандидат все обвинения отрицает и, несмотря на громкий скандал, выходить из парламентской гонки не намерен. По последним опросам Фийона поддерживает 20% избирателей. Ранее он выступал за отмену санкций против России. За более тесное сотрудничество с Москвой и министр финансов и экономики Франции Мишель Сапен. Сегодня в Париже на встрече с главой Минэкономразвития России Максимом Орешкиным призвал не закрывать глаза на существующие экономические и политические трудности, а готовиться к возврату нормального уровня отношений.